Село Паладье попрощалось с 5-летней малышкой, которая скончалась после падения с козырька под навалом. Ребенка похоронили в четверг. Ее мать ждет решения местных властей насчет судьбы других ее 6 детей. Наша съемочная группа отправилась в Окнинский район, где произошла трагедия, чтобы поговорить с женщиной и узнать, что произошло в тот страшный день. Din nefericire, copila a căzut de la 1,5 metri înălțime. Mama copilei nu ne-a permis să intrăm în ogradă și a refuzat să ne ofere un interviu. Totuși, femeia ne-a spus că în momentul tragediei, fetița se juca afară cu ceilalți frați, iar ea pregătea de mâncare. Potrivit poliției, familia este una numeroasă, iar părinții nu făceau abuz de alcool. К врачам обратились только на следующий день после падения. Женщина сама оказала первую помощь. Говорит, что дочь чувствовала себя нормально и казалось, что ничего серьезного не произошло. Сознание не теряла, ничего, все было хорошо. А на следующий день как она чувствовала? Утром тоже встали, покушали, и я уже начала прибираться, тоже было все хорошо. Уже в начало 10-го я заметила, что трудное дыхание было и позвонила на скорую. В семье воспитывают еще 6 детей – 2 девочек и 4 мальчиков. Старшему ребенку 10 лет, а младшему – несколько месяцев. Местные власти говорят, что семья находится на учете как многодетная. Мэр коммуны Бырладень, в которую входит село Паладье, утверждает, что дети ни в чем не нуждаются. Алкоголиками родители не являются, мама очень заботливая. Я часто навещал семью и каждый раз делал это без предупреждения. Зимой в доме всегда было тепло, готовая еда, дети ухоженные. Пресс-секретарь Окнинского инспектората полиции Светлана Талпы сообщила, что открыто уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности. По результатам судебно-медицинской экспертизы станет ясно, привлекут ли родителей к ответственности.